Рука. Он отрубил ему руку за то, что он у него что-то украл и оставил этот меч тут. А если мы украдем? Валим. Не учимся, да, на его ошибках. Так, сейчас нам куда? Tower trash. Сам ты-то мудак. There you are. Rai said you'd be coming by. I'm Karim. Crane. An American. I have an uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? I'm from Chicago. Okay, Al Capone. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where's that exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulators. Most of my men are too slow, too fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. And if I do this, I'll get the answers in? That's between you and Rice. I know better than to speak for him. Just don't fail. He doesn't handle disappointment very well. Ага, получить задание у Карима. Свяжитесь. You hear the drone? С ВГМ или с кем там? Так. Побежали ребята, побежали быстренько. Пока. Вот как я понял, все, что тут нужно делать, это просто перепрыгивать через вот это все, потому что попадаться зомби нельзя. Они, в принципе, сразу тебя кусают или что-то такое. Crane. Report. Just met Rise. There's no question, that's Suleiman. Guy's a psychopath. He's gone from ruthless politician to fucking warlord. Is he aware of your affiliation with us? No. He thinks I'm just a guy from the tower. In fact, he's making me jump through hoops before he'll give me any answers in. Acknowledged. Continue to do as he asks. Remember, we need that file. Great. Crane out. Так, куда нам идти? Найдите антенну дальней связи. Фу, постараемся. У нас уже второй уровень ловкости, да? И второй уровень... Hey, Al Capone, you ready to do this? Урона, what exactly am I doing? Radio communication has been pretty spotty in the quarantine. Не, ну, в смысле, убийство, как это можно сказать? Signal, so Rise can communicate with Atlas at the far reaches of town. Well, that's a benefit for everyone, not just Rise. Perhaps. But the Emperor must monitor his empire. Да умри ты уже. Я просто сюда хочу идти, просто посмотреть, знаете, может тут что-то есть. Вот, например. Только тут куча вот этих зомби, поэтому нужно как можно быстрее открыть вот эти двери на всякий случай. Так, тут что есть? Марля, сойдет. Сойдет. Там кто-то идет. Так. Побежали дальше. Пнули нас, зараза, да, и побежали. Так. Нам далеко бежать, как я понял. Ну там их куча, поэтому я не буду туда рыпаться. Так, я бы вас спас, но и прошу прощения, их там очень много. Так, обыскали. О! Веревка какая-то. С кабель, точнее, да? Так. Ай. Дальше. О, мы можем открыть еще одну безопасную зону.
Только нужно их убить всех. А их как-то очень много. Их очень много, я не знаю, сможем ли мы... Фу, ладно, давайте пока... Фу, дальше. Так, ребят, это долго будет. Сейчас. Ладно, короче, валим мы отсюда. Это еще очень рано для нас, если честно. Мы одного и то убиваем очень долго, а там их столько, что... О, сюда лучше не заходить. Так. Они меня и покоцали нормально, если честно. Поэтому валим отсюда, на. Крим, I'm at the first antenna. If the power's not on, we'll have to turn it on. There'll be a switch in the small building at the antenna's base. Ух, опять вот этот. А как нам... Я слышу там внутри, да, что-то, но... Ну, как нам туда забраться? О, вот это круто было. Ударь сюда. Чё это было? Сейчас, ребята. Ага, у нас и аптечка есть. А может через крышу можно забраться? Нет, через крышу нельзя забраться. Сейчас, дайте подумать. Включи основное питание антенны. Ага, просто так обычно. Сейчас у нас тухнет. Чё за хрень? I'm shouting because this fucked up infected motherfucker with guts hanging out of his mouth just spit a bunch of toxic snot at me. Not a bad reason. Мы его убьем, не убьем. Дайте мне отойти, пожалуйста. Да харе, харе, харе. Короче, нужно их как-то обманом брать, что ли? Вы мне дадите открыть вот эту хрень когда-то? Это самая нелепая сейчас смерть будет, которая только существует. Я еще и вылечиться не могу, что самое отличное. Ну как нелепая? То есть, смотрите, ребят, я ничего не могу сделать. Иди сюда, стукни. Стукни по этому и сам взорвись, пожалуйста. Слушай. Он еще и забирается, зараза.
Ребята, я не представляю, эта игра реально очень сложная какая-то. Убивай, да и все. Как-то вот так. Вот так. Быстренько забираемся наверх. Ночь тут так приходит как-то очень быстро, что прям не успеваешь ни хрена сделать. А как нам сейчас туда забраться? Ага. Что-то какие-то подвисания звука есть в этой игре, как я заметил. Это типа вышка как в Far Cry, походу. То есть вот так забираться. Ночь. Замечательно. Все, вышли на охоту, я их слышу, да? Зашибись. И наступает ночь. Я очень рад за вас, честно. Так. А вот этих громил даже убить как-то нереально. Там же машина даже взорвалась, и они какие-то очень живые, если честно. Так. А если мы будем находиться просто на одном месте, то ночь так... мы сможем переждать? Или нужно или поспать, или убежать, или еще что-то сделать? Так. Тут что-то было какое-то, что мы можем что-то сделать. Вас мало здоровья, ищите питание, попробуйте сделать аптечку. Ага, аптечку мы можем, а как сделать? Сюрикены, аптечка. Марля, алкоголь. Алкоголь. Так, еще одна тогда. Я забыл про крафт, я забыл, что тут крафт есть. Ракеты, сюрикены. Клинок. А ну давайте. Так, сейчас. Я хочу все вам показать. Тут есть много классных вещей. Шокер. Электротруба. Ху. Давайте еще посмотрим, что получится. О! Ух! Только это нужно отремонтировать. Ага. А ее еще можно и... Еще можно простая труба. Вышибала. Освободите разъем. Подтвердить улучшение. Да. Пускай будет, это классно. А как нам туда забраться? Ага. Почему вот так? Я не хочу вот так. Мне нужно туда забираться. Ага, можно и так, норм. Почему тут есть вот такие подвисания звука? Чё это такое вообще? Меня это бесит, если честно. Нифига себе. Иди нафиг, да? Вот. Есть какие-то реально подвисания звука, я даже не представляю, что это такое, если честно. О, shit. Kareem. Someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Fuck. I was afraid of that. Alright, head to the next antenna.
line and head east. You'll see it. Вот. Ладно, ребят, давайте нам заканчивать. Плюс к тому, какие-то неполадки со звуком появились в этой игре. Но давайте на этом заканчивать. Я надеюсь, вам нравится эта игра. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.